В борьбе с засухой любые средства хороши. Даже амулеты и колдовские обряды. Дожди на юге американской Калифорнии теперь вызывают российские шаманы из Сибири. Водички не хватает, но мы ее зовем регулярно. Приезжаем, дождь идет. Мы вымаливаем воду. Просим, обращаемся к воде, и идет дождь в Калифорнии. Поэтому польза какая-то есть от славянских традиций в Калифорнии. Российские гости рассказали, что в культуре штатов повсюду видны следы заимствований. И даже чисто американский, казалось бы, праздник Хэллоуин восходит к языческим праздникам жителей Евразии. По сути, это очень древний праздник, относящийся к традиции осенних дедов. Это праздник, в котором люди благодарили свой род, своих предков. И чествовали их благодаря за то, что они дали им урожай.